мы полетали, мы побывали в долине монахов, офигенный полет на воздушном шаре был, великолепный хаммам, была экскурсия по каньону с очень вкусной едой. Турецкое гостеприимство, конечно, очень радует. Вот если ты хочешь какой-то такой вот колоритной Турции, то надо ехать именно, я считаю, в горную Турцию. Ты там почувствуешь именно другую совершенно атмосферу. Поэтому приезжайте в Турцию, приезжайте в Каппадокию, улетайте на шарах. Замечательная местность, отличные виды, потрясающие просто вот эти скалы. Это все эндемики, такого больше нигде в мире нет. Мы побывали во многих долинах. Долина Голубей, долина Монахов. Прошли через всю долину пешком. Долины Голубей мы вчера вечером были, уже после экскурсии. Мне очень понравилась эта программа. Она действительно впечатляет насыщенностью, красотой. Я рекомендую приезжать в Каппадокию для того, чтобы получать удовольствие именно от природы, от гор, от невероятной энергетики этого места. Это место силы, здесь очень много монастырей, сюда приезжают паломники в долину монахов. Прям эти монастыри находятся вот в этих вот скалах, то есть они прям внутри. Вырезали в скалах такие целые города, пещерные города. Как они это делали, как они это все вытаскивали, я не понимаю, но это очень уникальное место. Я реально уже давно жопу листьями не вытирал. Все салфетками, блядь, да салфетками. Прям молодость, Ну а как тебе вообще Каппадокия? Да, очень круто, очень, блин, много где погулять, что посмотреть, но очень мало дней, поэтому все сжато получилось. Да, не люблю так. Но зато знакомство хорошо. Да, Дима, а тебе как вообще? Очень хорошо зашло. Зашло? Хочется еще вернуться, побродить еще там, где мы не бывали. Все красиво, интересно. А что больше всего понравилось? Все. То, что ты прям кайфанул, вот есть что-то такое? Ну, больше всего пейзажи, местность, воздух. Природа. Природа вся. Ну и то шары. Необычная. Ну а шары? Шары как шары? Шары вообще не обсуждаются. А тебе, Тима, что больше всего понравилось? Каньон. И утки, да, в каньон. Утки, да, которые ты поймал.